Варвара Латухова, Варвара Кулькова и Дарья Ермакова выступали за регион в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа в команде. От Сарова это была самая юная команда в возрастной категории 11-12 лет. Девочкам впервые довелось участвовать в соревнованиях такого уровня. Несмотря на мандраж и волнение, юные батутистки смогли преодолеть себя и заняли второе место из 5 команд. По словам тренера, для первого раза это хороший результат. Они тренировали долго, довольно. Да. Довольно месяца долго 3. Мы тренировали, наверное, месяца 3. Да. Мне результат понравился. Там соревнования, конечно, были трудные, но мы хотя бы не прошли чуть-чуть. Но все равно нам было весело то, что мы как бы прошли, там у нас настрой такой был хороший, но вот комбинации нас подвели чуть-чуть. От Сарова выступали еще 2 команды – девочки и мальчики в возрастной категории 13-16 лет. Они принесли региону бронзу и серебро. Для ребят первенство ПФО стало сильной мотивацией работать и совершенствовать свою технику. Появился большой заряд мотивации делать что-то больше, сложнее, выступать на подобных родных мероприятиях. Девочки, которые вроде бы нашего возраста, прыгали сложнее и, может, чуть легче. Я почти сделала свои самые сложные комбинации. Девочки были очень сильные. Если бы я не упала в соревнованиях, я бы могла занять место. Было сложно собраться с мыслью, чтобы сделать все хорошо. А трудности какие-то были? Трудности... стараться надо лучше делать. Было трудно, для меня именно, потому что я делал средние комбинации по сложности. И там надо было получше подготовиться. Но все равно нормальный результат показали. В личном первенстве золото в копилку региона принес Андрей Полетаев. Он выиграл в прыжках на двойном мини-трампе. Спортсмен уверен, что успех во многом зависит от настроя, собранности и ясного ума. Андрей мечтает сделать большую спортивную карьеру. Заслуженным мастером хотя бы стать. А потом? Чемпионом мира. И дальше уже так. Двухкратный, трехкратный уже дальше идет. Дальше Олимпийские игры выиграть и все. На чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе участвовали более 300 спортсменов из 7 регионов. В Тольятти саровчане открыли соревновательный сезон. Уже скоро новые старты. Следующий старт у нас, мы готовимся, планируем. У нас всероссийские соревнования в апреле. Это планируем. Не знаю, поедем пока, еще неизвестно. В Ярославле всероссийские соревнования, Кубок Ярослава Мудрого. И область у нас, первенство области, чемпионат будет апрель-май месяц. Тренируются спортсмены у Александра Абакарова, Анатолия Меньшенина и Ольги Серовой. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.